Называю «уехал из России». В России пропагандисты называют это «драпал», «свалил», «утек». Значит, что только не написали. Но я выбирал между Израилем и Литвой. Я все думал, то ли мне в Израиль поехать, так сказать, потому что я еврей по маме, то ли по старшей дочке в Литву. Жаль, конечно, что не видно лиц публики. Хотел бы я посмотреть вот на смеющихся, потому что, если я правильно понял... Нет, действительно, насчет Арбакайте и ее литовских корней, ну, это смешно, да. Но в чем цимис? В том, что Галкину было все равно, куда уезжать, лишь бы уехать. Видимо, я туповат, что-то не догоняю.